Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Сегодня мы продолжаем интервью с футболистом Сергеем Малым. Сегодня мы покажем вам небольшой отрывок, который рассказывает о том, как произошло его покаяние, как он пришел к Богу, где это было и почему он принял это решение, будучи, в принципе, уже человеком успешным с точки зрения большинства спортсменов. Мне было 20 лет. Это было под Киевом. Город назывался Белая Церковь. Я был в команде на тот момент. Это был 2010 год. И я, в принципе, там 2 года был. И вот все это время, как бы постоянно я слышал слово, все. Потихоньку молился. Конечно, я был духовно слабеньким, но тогда я уже убедился в том, что Бог, Он реален, и все, что в моей жизни происходило, это была полная реальность, которой я не мог не говорить, что это не Бог. Если бы я не присваивал это все Богу, те заслуги, которые после этого начали происходить, потому что после этого, ну, со мной, как со спортсменом, начали происходить и разные вещи, и это были подъемы, скажем так, это были серьезные подъемы в моей карьере, это были удачи, и я не мог не говорить, что это не Бог, это был бы обман.